Друзья, всем привет! Я нахожусь в корпусе, гольф-корпусе отеля Zeynep. Вот такая вот красота здесь. Вкратце покажу вам его. Гольф Outlet, маркер. Маркет, вернее, маркет. Денвер. Там парикмахерская, салон красоты Куафор. Проходят гольфисты. Здесь у нас гольф-атрибутика, одежда. Здесь у нас такой вот холл, променад с диванчиками. Довольно-таки уютненько. Здесь у нас что такое? Какое-то, видимо, спа. Спа Wellness. Да, спа Wellness. Так, смотрим дальше. Итак, заходим в основное лобби, холл лобби. Здесь собрались гольфисты, которые днем играли, а сейчас бухают. Стоит мощный, сильный запах алкоголя. Даже не запах, а такой плотный смог алкогольной пары. Кругом пиво, водка, виски и различные другие напитки. Гольфисты умеют отдыхать. Здесь смотрим бар, что у нас в баре. Okay, I want a beer with no alcohol. No. В принципе, обычный стандартный бар. Все необходимое есть. Здесь у нас, видимо, что-то для кофе с 15 до 18 часов. Сейчас пусть. Ну а сейчас пройдем в ресторан. Посмотрим, чем кормят в гольф-корпусе отеля Zeynep. Итак, заходим на ужин в ресторан гольф-корпуса отеля Zeynep. Смотрим, что здесь есть. Хлеб, масло во льду, специи, зелень, супу, травы, два вида супа из брокколи. Из брокколи, а там овощной суп с мясом, молоко, вода в холодильничке, микроволновка старая, поюзанная, блендер, детские тарелочки. Здесь что у нас? Патата, картофель, рыба, гречка отварная. Здесь рис. В принципе, пока меню точно такое же, как и в том ресторане основного корпуса отеля Zeynep. Пюре с молоком, прямо один в один все. Курица с овощами, куриные ножки. Здесь что такое? Какое-то мясо, индейка, видимо, индейка с луком. Да, индейка с луком. Это, смотрите, бобовые. Здесь вот пирожки вот эти мне нравятся, вот это вот мне нравится, надо будет взять. Чебуреки такие. Тут типа что-то мясное. Витя набрал себе пельмени. Это пельмени, да, пельмени выглядят хорошо, прямо как наши. Сыр пармезан, паста различная. Пиде. Мясо. Брокколи, перец.
пирожки или что? Здесь морепродукты, мидии, грибы, перец, картофель, кольца. Итак, тут салаты, нарезки, зелень, соусы. Так, тут различные тоже салаты, тунец, сосиски, сыры и сладкое, пирожные, фрукты, дынька. Дынька, кстати, вкусная, виноград крупный, черный, сливы, груши, киви, гранаты, яблоки, мандарины, опять пирожные, эклерчики. И пирожные, и пахлава, баклава. На этом. А вот еще что-то есть. Здесь что у нас? Мираба. Мороженое различное. Здесь что? О, рыба, перец. Индейка. Котлетки на гриле. В принципе, выбор довольно-таки хороший, особенно учитывая, что это не сезон. Народу в отеле крайне мало. Ну и все, на этом я заканчиваю видеосъемку. Пошел набирать себе еду. Всем пока!